Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка на российском рыболовном рынке. Серия фидерных катушек от компании Elegance. Модель называется Lucent Feeder. Выпускается в размерах 4500, 5500 и 6500. Вот все они здесь у меня представлены. Это заточенная фидерная катушка обалденного качества. Наконец-то такие катушки недорогие и отличного качества появились на нашем рынке, которые можно, в общем-то, могут заменить бренды, которые ушли, скажем так, либо которых стало очень мало, или которые слишком сильно подорожали и уже не стоят своих денег. Значит, ручка вкручивается. Дальше передний фрикцион с отличной регулировкой, идеальнейшей просто регулировкой. Клипса металл, переключатель заднего хода. Очень многим рыболовам нужен этот переключатель заднего хода, потому что раньше катушки в основном были с переключателями, люди просто привыкли к такому, когда нужно там раз и отмотал. Не все хотят чуть ослабевать фрикцион и вот такими движениями стравливать леску. Значит, по вымотке за оборот шпули у 4500 82 сантиметра, 90 сантиметров у 5500 и у 6500 97 сантиметров. То есть для фидеров экстра-хэви класса просто изумительная катушечка. 4,6 передатка, то есть это тяговитая катушка, потому что на фидерах, особенно как бы чем тяжелее, мощнее фидер, тем меньше есть необходимость в быстрой передатке, поэтому 4,6 это идеальнейшая передатка для фидера, с моей точки зрения, это и тяговитость, и надежность, и, скажем так, все, что вам нужно, но если вы, наверное, не участвуете в соревнованиях только. Значит, дальше какие-то характеристики более подробные по весу и тому подобное, пожалуйста, ссылочка под видео, чтобы не загружать ролик, зайдите на сайт, я сейчас там все взвешу, честные веса укажу, потому что бывает расхождение, сам все перемерю и там будет указано, пожалуйста, заходите, описание под видео, ссылочка, кликайте и заходите на сайт. Будьте любезны, подпишитесь на телеграм-канал ВКонтакте. У вас будут лучшие цены. Поставьте лайк, пальчик вверх под видео, кнопочку подписаться. Покупайте в магазине Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч.